Мои коллеги и близкие друзья называют меня просто Дандоковна. Каждый день вокруг меня дети. Они мои зрители, мои поклонники, мои режиссеры, мои судьи. И я не имею права разочаровать их. Мое педагогическое кредо простое. Задумались ли вы, какой он современный учитель? Это самое важное качество педагога. Он как гончар, у которого в руках мягкая, податливая глина превращается в изящный сосуд. И задача учителя – заполнить этот сосуд знаниями и навыками, добром и творчеством. Александр Асмолов отмечал, мы должны не научить, а дать полноценно прожить в игре различные ситуации. Ребенок должен захотеть играть, а взрослый – поддержать это желание. Выстраиваю свою работу так, потому что понимаю, что знания, добытые самим ребенком, остаются в памяти надолго. Любой человек, если он идет в ногу со временем, не боится развиваться, созидать и творить, получать новые знания, навыки, успешен. И педагогика не может быть без успеха, если учитель способен познавать мир вместе с учениками, а именно развиваться в темпе нового поколения. Все вокруг сейчас очень быстро меняется. Меняется время, меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. Неизменной остается истина, моя профессия, в которой не бывает случайных людей. Как учитель и логопед, я должна создавать условия, чтобы заинтересовать ребенка, побудить его к высказыванию, научить строить собственные высказывания, научиться общаться с окружающими людьми, контролировать свое поведение, свою речь, превратить каждый день ребенка в детском саду в праздник с увлекательными путешествиями, развлечениями в мире тайн и открытий. Родители – мои помощники и единомышленники. Педагоги и родители, как партнеры, должны дополнять друг друга, а партнерские отношения предполагают равенство сторон, взаимную доброжелательность и уважение. У меня замечательная семья. Мы любим путешествовать, а это новые знакомства, новые друзья, новые эмоции. Мое хобби – это отдых для души. Выбрав профессию учителя, я иду по ней не усомнившись, не раскаявшись в своем выборе, какие бы трудности ни встречались мне. Я верю, что мои воспитанники добьются в жизни успеха, сумеют преодолеть преграды и вырастут хорошими людьми. А я буду делать все, чтобы это случилось.